Убийца одесситов теперь рассказывает в Крыму про одесскую трагедию. 2 мая российские власти устроили в Севастополе митинг по случаю годовщины так называемой одесской трагедии. Основным комментатором событий для местных СМИ стал Эдуард Айропетян, который сам участвовал в расстреле одесситов в числе пророссийских тетушек. На Куликовое поле мы попали уже, когда уже все полыхало, все уже было поздно. Ну, что рассказать? Страх, ужас, преступление организованное. Служба безопасности Украины, они все были в курсе, потому что все эти нацгвардии, все эти радикальные группировки, все они были привезены в Одессу заранее. Было подготовлено все для этого. Они были вооружены. На самом деле, это цифры гораздо больше, если не 10 раз. Примерно, то есть колеблется цифра от 300 до 500, до 600 даже человек.